Лорен Бревнер, канадская художница. Родилась и выросла в Ванкувере, Британская Колумбия, в семье со смешанным наследием, богатой культурой и вдохновением. В 2009 году она приехала в Осаку, Япония, в надежде воссоединиться со своими корнями. Там Лорен имела честь учиться под руководством известного художника Син Накаямала. Именно благодаря своему наставнику она начала свою работу как художник. Накаямала дал ей силы продолжать дальнейшее самостоятельное обучение. Поверхность ее картин покрывается составом из смеси масла, акрила и смолы. Этот уникальный технический метод гармонично сочетается с коллажем из японских тиёгами, юзень и бумаги васи на деревянных панелях. Особое влияние на ее творчество оказали стилистические элементы традиционного японского искусства и культуры. Также она стремится заново изобрести красноречивую традицию использования в искусстве сусального золота и серебра. Картины Лорен связаны в первую очередь с экспериментами в области женской портретной живописи. Она играет с полихроматическими слоями, фигуры внутри которых существуют в сюрреалистической и изометрической сферах. Женщины воплощают одновременно силу и женственность, многократно усиливающихся мрачной тишиной, подразумевающейся в композиции. Пристальный взгляд персонажей ее картин содержит историю всей их жизни. Лорен Бревнер стремится вложить в каждую работу свое мнение о женщинах и об их образе в искусстве на протяжении веков. Ее изображение женщин служит скорее конкретизированию, нежели отражению жизненной силы и чувственности в отношении сексуальности.